Окружные ветераны получили заслуженные награды. Тем, кто ковал победу во Второй мировой, медали вручил глава региона Игорь Кошин. Юбилейная медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне была учреждена в ознаменовании победы, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности участников войны. Юбилейная медаль Российской Федерации учреждена 21 декабря 2013 года указом президента. На лицевой стороне памятного знака нанесено многоцветное изображение Ордена Отечественной войны. Между нижними лучами звезды цифры 1945 и 2015 года. На реверсе надпись, заключенная в лавровом венке, ветви которого перебиты в основании лентой. Она великая, потому что десятки миллионов людей положили свои жизни ради восстановления мира на Земле. Она великая, потому что это было громаднейшее единение духа и сплоченности всех национальностей, всех людей, живущих в нашей большой необъятной родине. Губернатор Игорь Кошин лично вручил 7 наград, поблагодарил за подвиг и поздравил ветеранов.